Асылбек Орозбаев, житель Нарына, признается, что с момента открытия собственного дела столкнулся с рядом препятствий. Направил много сил и времени, чтобы разрешить часть возникающих вопросов. Ознакомившись с указом президента о поддержке предпринимателей, он решил расширить свой малый бизнес, понимая, что появилась гарантия защиты. Его компания, где пока работает 4 человека, занимается производством сладостей. Указ президента поможет стартапам и другим бизнесменам развиваться самостоятельно и достигать хороших результатов. Мы этому рады. Решительно поддерживает политику Кабмина и молодой предприниматель Кубанычбек Асанавеев. Он делится, что ранее испытывал трудности, потому как льготные кредиты на поддержку предпринимателей в основном были направлены на развитие исключительно крупного бизнеса, а малый и средний лишался финансовой поддержки. Раньше малому и среднему бизнесу уделялось внимание по остаточному принципу, помощь была минимальной. Никаких льгот по налогам и прочим проверкам не было. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Большая часть работы, проводимая в Нарынской области по поддержке бизнеса, сосредоточена именно на развитии сектора сельского хозяйства. Например, предприятия по переработке мяса и молока получили низкие процентные ставки от банков для улучшения и расширения своей деятельности. Объем кредитов, выданных предпринимателям, с весны достиг 396 миллионов сомов. По данным местных властей, из этой суммы 22 миллиона сомов было направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Также внимание уделяется новым участникам, так называемым стартаперам. В настоящее время мы комплексно подходим к решению запросов и проблем индивидуальных предпринимателей, будь то муниципалитет или другие государственные структуры. Например, мы рассматриваем возможность предоставления земли под расширение или открытие бизнеса. Для предпринимателей это большая поддержка. Российско-Кыргызский фонд развития также поддерживает предпринимателей Тенрито. С 15 сентября рассматривается возможность приобретения необходимой сельхозтехники в лизинг для расширения малого бизнеса. Джибек Капарбекова, Нургиса Абдрахманова, Алишер Аскарбеков, Нурус Абылаев, Алатом 24, Нарын.